29 марта ученики 9 классов написали репетиционный экзамен по русскому языку. В этом году в списках сдающих 1261 школьник, что на 200 человек больше, чем в прошлом. Среди них 700 учеников сельских школ, которые также будут сдавать экзамен в городе. В районе создано 5 ПП на базе гимназии 5 школы, 4, 8 и 68. Экзамен проводится с целью подведения уже итогов, как наши дети готовы к основному экзамену. Мы проверяем их знания, их уровень подготовки. И у нас есть еще 2 месяца на то, чтобы доработать то, что еще можно исправить. На репетиции ОГЭ отрабатываются и все организационные моменты. В этом году в его проведении задействовано более 400 учителей общеобразовательных школ. Процедура максимально приближена к проведению основного государственного экзамена. Подвоз учеников сельских школ, проверка документов, распределение по аудиториям, распечатка материалов, плановый инструктаж, организация видеонаблюдения и десятки других не менее важных моментов. Результаты пробного испытания будут известны на следующей неделе, а основной государственный экзамен по русскому языку девятиклассники напишут 29 мая.